Друзья, всем привет! Вы на канале G-Games и с вами Жека. Так, ну в этом видео мы будем убивать, точнее не убивать, а проходить полностью третий этаж бункера Альфа. Не в хард режиме, а в обычном. Я покажу, что и как делается. Надеюсь, это видео будет для вас полезным. Вам желаю приятного просмотра и мы начинаем. Так, ну для начала. Я взял с собой много чего и взял с собой самопальчики, которые мне пригодятся в данный момент. Потому что это все-таки третий этаж, тут побольше яростных гигантов. Да что ты такой бессмертный? Вот. Все, на этом всем спасибо, все свободны. Ладно, сейчас вернемся. Так, я здесь. Это была моя халатность. Игра, я, конечно, не первый день, но бывает. Вот. Проворонил, да? Не-не-не. А, так ты это... Свободен. Свободен. Как птичка в океане, ты свободен, да? Сейчас я делаю вот так. Еще делаю вот так. То есть сразу забиваем, потом что, одеваем рюкзак, весь костюм. Берем все и, в принципе, все, я готов. Как бы тупанул сам, но... Бывает иногда лень, да? Попьем водицы. И, наверное, пока на этом все. Так, продолжаем. В общем, ну, бывает у всех, бывает, да? То есть, как бы, все мы люди. Леща просто такого, ну, отцовского. Где? Ну ты же побыстрее бежишь. Желательно отбегать от них. Конечно, допустим, убивать мачеткой было бы получше, да, она и побыстрее бьет. Ну, чуть-чуть побольше, конечно, у нее урона, да. То есть талончики я пока не собираю, потому что нам пока некуда их собирать. Тут что у нас? Токсичный, да? Да, и придется зазывать их. Посмотрим, сколько я еще потрачу скинов, потому что это пока обычный скин. Но также у меня будет и военный. Подхиливаться обязательно надо. Я надеюсь, мне хватит аптек. Если не хватит, то придется за ними идти домой, да? То есть, как бы, ну, вот так вот. Сейчас как раз будет яростный гигант, и я покажу, как можно убить, допустим, его, вот так вот сделаем, да? Еще сделаем вот так, это скинем сюда, ну, пускай, что, трупы все равно не пропадают, и это есть плюс, да? То есть сейчас мы подхилимся, да? Возьмем самопальчик и начнем, пожалуй, даже с какого, я не знаю, ну, вот с этого, да, давайте. Вот так вот потихонечку, но зато я вам говорю, что вы тратите не самобои, там, не какой-то огнестрел, а простой самопал. Естественно, если, допустим, там игра залагает еще что-то, он умудрится по мне ударить, и это плохо. Но зато сейчас я трачу самопал, а не свой нормальный огнестрел. Конечно, это не быстро убивать его вот так вот, надо постоянно. Зато это, блин, ну, выгоднее. Целее будет оружие. Огнестрел, да? И вам будет проще. Да ты вот этого можешь выхватить? Да, все. Он справился с этой задачей. Я поднабрал все, что можно. На обратном пути, конечно, это все придется собирать. Ну, может, даже не на обратном. Посмотрим по времени. То есть, о, видали, тут, допустим, аптечка. То есть, сюда она будет заглянуть, забрать. Потому что все равно это все потратится. Так, вот еще. То есть, оранжевые талончики. Это вообще, это супер, это шикарно. Тут проходим. Я просто давненько не чистил. Думаю, вам будет интересно. Да, и подписчик у меня там просил один, да? То есть, как бы, ну, вот так вот. Оп. С них сыпятся талончики. Вам можете посмотреть, они, грубо говоря, по всей локации, да?
Зато я знаю, что я половину огнестрел сохраню. Это если у вас есть самопала. И в принципе, ну, хорошее оружие, честно. Я всегда так делал, когда проходил бункер Альфа. То есть видосов у меня хватает на канале, вы, конечно, можете посмотреть и заценить. То есть стараюсь всегда вот самопальчиком. Подвалы не ищу, потому что, ну, искать это, блин, это жопа. Мне дешевле обойдется пройти два этажа, второй, третий, к примеру, да? Чем, блин, мне, допустим, надо будет потратить хер знает сколько брони, да, и чтобы хер знает сколько аптек, чтобы найти вот этот вот там типа, блин, хороший там лутец у него будет. Конечно, может быть и есть где там хороший, да, лутец, но на данный момент я как бы чё вы там обнаглели, что ли? Так, ну давай кувалдой. Оп. Просто я как бы еще это нашел там парочку, но смысл, да, вот скин первый уходит. Ну это обычный скин, но посмотрите, сколько эталонов валяется. Скоро и скин переодевать придется бежать. А переодевать его в любом случае придется бежать, ну потому что как бы я взял сперва простой скин, а можно военный там или простой там слегка улучшить, да, то есть вот так аккуратненько, оп, оп, монтировку, блин, взял плохо, ладно, хрен бы с ней. Ну, третий этаж однозначно это посерьезнее будет. А, сагрились, да? Сейчас будет самое веселье, да? Они херачат двоем по 45, да? Так, отлично. Первая хавка нет. Мне может не хватить, да? Зачем? Мне может не хватить аптек. Потому что я на самом деле взял меньше, чем рассчитывал, да? Так, теперь мы возьмем. Не, ну мне может и не хватить даже обычного оружия. Я говорю, экономичнее его проходить, блин, с мачетками. Тратится меньше? Меньше. Так, не так сделал, вот так, да, сделать надо. Тратится меньше, сразу говорю, это во-первых. Во-вторых. Ну, прочность, точнее, я имею в виду за прочность. То, что, блин, они прочнее. Во-вторых. Скорость у них все равно больше, то есть кувалдой ты бьешь, да, он как-то, ну, не так. То есть, мне кажется, проще, лучше всего проходить это мачетками. Либо там катанками, если, конечно, у вас их там, ну, дохрена. Я взял с собой еще косу, я, конечно, огнестрела взял нормально, а вот, блин, допустим, ближний бой оружие, да, я взял мало. Что весьма будет плохо сказываться. Потому что, возможно, мне придется ехать домой и брать. Ну, конечно, посмотрим, но я думаю, мне может не хватить. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь, да? Хватает ли мне скина? То есть здесь вот ящики заново вот о нем посмотрим. Может тут талончик есть. Да, то есть. Кстати. Да, вот как раз то, что мне нужно. Монтировочка. Сейчас он идет, и я надеюсь, мне ее хватит. Отлично, мне ее хватило, и это, я считаю, шикарно, да? По талончикам тут ни хрена, да? Смотрим дальше, что у нас может быть дальше, да? То есть, теперь делаем вот так. Ну, пожалуйста, красненький. Не забывайте лутать сразу все ящики и собирать все необходимое. Либо, конечно, вы можете это оставить, либо, допустим, залутать сразу все. Сейчас я пробегусь по тем, где вот у меня все есть. То есть я соберу все зеленые там и так далее. Пойду их заодно выложу, переоденусь и заодно посчитаем, сколько я уже собрал. И в целом вообще посчитаем, сколько я могу собрать талонов, да и вы тоже, да, с третьего этажа. Гвозди не берем, да?
зеленый, красный есть, отлично. Возьму аптеку эту, почему бы нет, да, в принципе неплохо. То есть красненький талончик тоже имеется. Ой, оранжевый, да? Так. Тут у нас зелененькие пошли, вот оранжевый, даже, блин, с обычного. Красный, оранжевый, да? И тут еще какой-то есть. Оранжевый. То есть, ну, шикарно. В принципе, я уже собрал 8, 2, 6. Неплохо, я считаю, неплохо. Так, сейчас вернемся. Так, все, я здесь. Третий этаж, на самом деле, проходить, ну, посложнее, я вам скажу, чем второй, допустим. Второй попроще, чем третий. Но, тем не менее, как бы, можно проходить. Конечно, затраты будут, но я думаю, реализуете его больше, чем вы затратите. Как бы, если не считать, конечно же, вот. Ну, ближнего боя оружия. Так-то, в принципе, он легкий. Можно сказать, половину прошли, да. Там есть, конечно, моменты, где тяжеловато будет. И там потребуется вам уже не самопал, а желательно там Глок какой-нибудь или там калашенко, потому что, ну, есть такое количество зомбаков, которые, ну, там, в общем, у них скоп, типа собрание там, пресс-конференцию проводят с собой, их там дохрена. Я покажу, где они находятся, кто не проходил, да, бункер, тот, ну, поймет, где они находятся. Так, в принципе, ну чё, нормально, да? То есть тут вот есть такой нюанс, опять же. О, уже бегу, да? То есть, ну, пойдем с третьим. Хлоп, 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 да, вот три раза, грубо говоря, надо ударить. И можно самопальчиком его выхлестнуть. То есть, ну, как бы вот так вот. Ага, не могу. Ладно, берем еще кувалду, да? Так, теперь смотрим внимательно. Вот тут вот стоит негодяй, вот он. Отходим сюда. Вот он долбит по этой стенке, да. Теперь резко так и сразу отбегаем. Все, то есть... Потому что если вы откроете сразу, он по вам, по вас ударит, да. По вам. Потому что он, блин, стоит возле двери. Не знаю почему, но есть такой нюанс. И лучше я всегда вот делаю так вот, отложу к стеночке, а потом по нему херачу. Самопальчик, вроде по 18, вроде за... Может, у вас есть самопал, вот, который уже улучшенный, да, как револьеры там, или... Да, ну, они как револьеры, получается. По 2 патрона он стреляет. Блин, ну, тоже прикольно, да? Я думаю, он даже быстрее будет уронить, и, наверное, еще и урона будет побольше. Конечно, у меня нету этого чертежа, но если будет, то будет неплохо. Так, смотрим дальше, что здесь мы все зачистили, да, эту дверку открываем. Вот здесь нужен взломщик третий, сразу говорю, то есть с первым и вторым вы его не откроете. Что тут может быть? Вот, гранатка, пожалуйста, падает, ну, то есть, я ее, конечно же, обязательно заберу. Потом заберу по-любому. Две даже упало. Две, ё-моё, две гранаты. То есть, как бы, ну, прикольно, да? Хорошо, прикольно. Открываем дверь. Хакер такой взламывает. Чуть все взломали. Теперь мы идем. Ну, на картах, да, ну, не получится мне ударить его на картах, да? Токсичных-то на самом деле немного, ну, в основном вот эти вот, ну, бикарасы. Яростные там толстяки всякие, иди сюда, оп. Сейчас выманим его и начнется. То есть как бы хило я тоже с собой немного брал. Нам было, наверное, побольше, ну да ладно, да? Так, что у тебя? У тебя оранжевый. То есть я даже, мне, наверное, кажется, мне этого самопала не хватит, поэтому я еще возьму вот так вот сделаю. Ну мало ли. Ну, я просто думаю, что, скорее всего, мне его не хватит, да? Обязательно подхиливаемся, не забываем. Даже то, что вы в военном скине, блин, все равно может выплеснуть запросто. Урон там, блин, хороший. Это все-таки яростный гигант. Но 500 хп, это не дикий гигант. Вот видите, мне не хватило. Который, ну, блин, во-первых, быстро бегает, во-вторых, ну, урон где-то в половину. От урона яростного гиганта. То есть, ну, лучше, конечно,
предостеречь вот эту вот фишку, чем потом бежать. Вот как я, да, с толстяком проворонил хп. Ну, как бы я его видел, я думал, я его сейчас вырубил. А у меня, видите, как получилось. Закончилась дубина эта. Так, все, да. То есть, беру я даже кувалду, и мы продолжаем. Так, тут ничего, да, ничего. Ну, все равно лутаем. Я всегда лутаю. Все ящики. Оп, оранжевый. В конце видео, перед открытием ящиков, мы подведем итоги. Сколько я вчера собрал талонов со второго этажа, всех видов, да, зеленый, оранжевый, красный. Сколько я собрал за третий этаж. По итогу мы сравним, ну, количество, сколько всего я собрал за эти два этажа, да, и заодно откроем. Просто у меня еще есть талоны, как бы. И я знаю, что я смогу открыть. Просто надо чуть-чуть подсобрать. Ну и заодно, блин, контент. Отлично. Красненький. То есть, ну, шикарно. Бежим дальше. Так, по-моему, тут ящики я лутал. Да, лутал. Вроде бы, если бы мне не изменяет память. Да, сейчас залутаем. Вот этот вот. А, этот я лутал? Нет. По-моему, вот и да, вот этот я не лутал. Скоро апнусь, кстати, тоже неплохо, да? Мачетка есть. Это тоже, ну, шикарно. Но тут, по-моему... Тут, по-моему, у нас такой вот дядя нехороший стоит, на которого придется тратить тоже самопал. Ну, это лучше, чем тратить огнестрел, я вам честно скажу. Чем, допустим, глок, эмку, неважно, что вы будете тратить, это в разы лучше. Лучше потратить самопал, да, вот. И не один, и он меня чуть не ударил, но... Ладно, я надеюсь, разработчики в скором времени ведут нормальный клиент, который будет, допустим, как в игре World of Tanks, и еще какие другие есть. Или, блин, ты заходишь через клиент, и у тебя все хорошо. Надеюсь, что это в скором времени будет. Хотя отпускаю. Ну, вообще могли бы сделать и на телефоне, можно и через клиент, да? То есть это было бы вообще, ну, прям шикарно, я считаю. Так, отлично. Приходится, конечно, отбегать далеко. Ну, потому что, блин... Я согласен, что с глоками это гораздо быстрее, блин, ну или там с эмками, с калашами, неважно. С любым вашим огнестрелом я согласен, что это быстрее. Но, блин, видите, это затратно. То есть, допустим, мне тратить глоки там всегда жалко. Потому что я знаю, что глоки наносят хороший урон, и мне всегда жалко. Мне проще, блин, потратить самопалом. Ну, я знаю, что мне также придется тратить блоки, поэтому тут как бы без этого никуда, но тем не менее сейчас зачем мне это делать, когда я могу. Вот это я тупанул, да? Он один? А, и все, что ли? О, нет, не все. Ну ладно. Хотя я мог, конечно, их крылом убить, но я что-то это. Я забыл отключить ее. Ну ладно, чё. Я, кстати, первый раз забыл ее отключить. То есть, сколько чищу, ни разу такого не было. Но я на... А, все равно, да, сигналит собака такая. Сейчас я надеюсь, она отключится. Оп, все, да, то есть, да, я отключил ее. Ну, а моя ошибка, ничего страшного. Зато вы знаете, что нужно ее отключать, да? Вот, вот эта вот толпа стоит, которую надо сюда заходить без противогаза. Не рекомендуется, я вам сразу говорю. По факту мы, блин, третий этаж, ну, почти прошли. Тут вообще, ну, чуть-чуть осталось. Вообще, чуточку. Так, итак, как мы будем поступать, да? Я беру вот так. Наверное, возьму еще вот этот глок. И даже, наверное, сделаю вот так. Два глока возьму. Так, тут я возьму аптеку, сразу говорю, потому что сейчас вы поймете, да?
Так, какой у меня первый? Поломанный, правильно? Сразу будет сейчас мясо. Вот именно поэтому надо, блин, брать вот. Теперь убегаем и берем эмочку, да? Чтобы не валить вот этих вот пучков. 2-3, не знаю сколько, но не сюда, я лучше покажу, чуть-чуть огня сделаю. Все. Вот это самое жесткое. Все, все остальное вообще легкотня. До этого была легкотня, сейчас будет легкотня. То есть вот все, что было самое жесткое, мы прошли. Так, берем эмку, да, берем самопалчик. Зачем мне эмка? Мы берем кувалду. Ну, так вот. Вот так вот клея собираю. И вам советую собирать, конечно. Оп, да. Все, в принципе, можно менять. Так, что тут у нас дальше? Дальше. Сейчас поймем, что дальше. Ну что, я их обойду и со спины дам ему жару. Надеюсь, что у меня это получится, да? Так, вот я сейчас тут чик зайду. Опачки. Ага. Да, ну хоть через стену, да? То есть пока они бегут, я в принципе могу вот этого размотать, а потом могу еще все перевернуть в свою сторону и сделать это просто вот так вот. Оп. Оп. Да, и вот сейчас мачетки. Видите, по 30, да, наносит, то есть быстрее, тратится в разы меньше, блин, я так думаю, что в разы меньше, или мне так кажется, но тем не менее. Все, да, готов. Оп. Где-то вот еще вот здесь вот был. Чик. Новый уровень. Давайте, конечно, посмотрим, что тут есть. Открывать, принять. Ну, конечно, замки-то лучше, да. Скин, конечно, у меня, но тоже уже не айс. То есть я уже, блин, грубо говоря, можно сделать вот так. Чик-чик, да? Вот. Уже подсобрал. Ну, офигительно, я говорю. Так, тут у нас гигантик, и его мы начинаем херачить самопальчика, да? Я вот не помню, еще будут или не будут, да, по-моему, не будет. Ну, не суть, как бы, даже если и не будет. Уже хорошо, от самопала я избавлюсь. Но, в принципе, ничего. Можно вот здесь его поводить, да? Даже тут поинтереснее, чем он ударять не успевает, он пока обойдет, да? То есть, есть такие моменты, да, в которых можно, ну, поиздеваться над ним. И все. Отлично. Еще красненький, то есть вообще шикарно, шикарно просто. Ну, это идеально, я считаю. Так, что там у нас есть ящик, который можно залутать, в котором, возможно, будет Алона, возможно, не будет его. Сейчас мы это и выясним. Есть, да, талон? Отлично. Так. Теперь дальше. Дальше мы проходим вот сюда. Там он тоже стоят. Вот здесь стоят, да? Сейчас мы аккуратненько его шлепнем. Все, в принципе, можно его одного чисто заколбасить. Я говорю, лучше брать мачет. Хорошее оружие. Хорошо помогает. Да? Почти прошел. Даже скин можно не брать, грубо говоря, новый. То есть это вот все. Мы открываем все, вот, пожалуйста. Тут что у нас? Тут у нас, по-моему, есть, да, все-таки один. Вот сейчас я толстячка это сакрю, да. Размотаю его быренько. Вот прям быренько. Сейчас мы его так подразмотаем, да. Так, где нам вот еще пригодится самопал. То есть по факту он больше, ну, нигде здесь не нужен.
Да, видите, все-таки задел, да, блин, я еще это, ну, тупанул что-то. Оп, надо лучше еще подхилиться, лучше до талого. То есть, это, ну, мой такой вам совет. Потому что он 80 хп выносит, 80, да, но я еще, видите, в военном скине нахожусь. Лучше 80 получить урона, да, но это если вы военном, а лучше вообще подхилиться. 100 хп, 100, 110, до 110, там, у меня 120, то есть фулл хп. И лучше сделать такое. Все, готово, да? Так, 11 талантов, отлично. Это можно, в принципе, выкидывать, брать эмку, то есть все, скина, я думаю, мне еще должно хватить. Должно, по крайней мере. Я думаю, хватит, я сейчас МК разлохмачу, да и все, типа, в чё они там, себя, что ли, поверили. И там 3-4 инвалида, и все, и на этом. На этом все, ребята, весь третий этаж пройден. Просто, ну, все это фиаско, вот, просто. Оказывается, да. То есть, вы там себя стоите, верите, да? Да, вот, и все. Вот, все, в принципе, мне все хватило, да, правда, с них ничего такого не упало, ну да ладно, да. То есть сразу подкрепимся. Мачетку тоже можно выбрасывать, сразу говорю, да. Делать это как-то, ну, вот так вот, то есть все. Талончики собираем. Че, тут еще есть ящик. Туда можно, кстати, с противогазом зайти. Там тоже можно. Ящички, в которых шкафчики там, точнее, да, вот здесь вот, в которых находится там, ну, всякая такая приколюшка. Вон они на карте, если посмотреть, два штуки слева сверху, да. Все, теперь идем сравним, сколько за сегодня, сколько за вчера, по итогу сколько, и открываем все три сундука. Итак, сравниваем сегодня, да, вот, пожалуйста, за сегодня я собрал 16, 20 и 14. За вчера 14, 14 и 7, да? По итогу теперь все вместе, сколько у меня вышло? 30, 34, 21. И теперь сколько я в принципе? Так, вот это вот берем, вот так вот делим, да? Чик. Вот это вот делим. Чик-чик, да? То есть все отлично. Вот это в стопочку. Тут делим тоже двадцаточка. Теперь мне надо 25, да? Оп, все. И пойдемте откроем все три топовых сундука. Так, открываем, конечно же, сперва первый, потом второй, затем третий. Начинаем с первого сундука. Заодно тут и оденемся. Одеваемся. Чик, 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 чик. А, ну, Глок бита, да, грубо говоря. Ну и так, приколюшки разные. Смотрим дальше. Ак, М-ка. Рисунок у меня есть. На чоппер ничего не упало, да. Ну, блин, скин еще военный. То есть тоже хорошо, да. Теперь открываем спецвойск. Это у меня есть. Упала в очередной раз вилка. Хотя может быть что угодно. То есть С4 мне не выпало, к сожалению, да. Военный скин, спецвой скин, дробовик, М-ка, УЗИ, при том, что уже с модами, да, стоит. И калаш, оптический прицел. То есть, в принципе, ну, я считаю, что это хороший был лутец за эти вот сундуки, да, то есть вот это вообще можно нахер отсюда убрать, но как бы уже тоже не нужно, да, вот это тоже вот, ну, зачем оно, чик, все, все отлично, да, неплохо, я считаю неплохо, как вы считаете, не знаю, но думаю, что тоже считаете неплохо. Ну, ребят, вы были на канале G-Games, с вами был Джека. Обязательно подписываемся на канал, ставим лайки и давайте соберем их как можно больше, чем больше лайков, тем больше шансов продвижения этого видео. Лайки, комментарии, подписка на канал. Также не забываем, что на моем канале проходит конкурс. На 500 подписчиков я разыграю 1000 рублей. Будет 2 приза по 500 рублей, которые вы получите от меня.
но это будет на 500 подписчиков. Что для этого нужно, вы узнаете все условия в описании. И также, второй конкурс, но он был для танкистов, тех, кто играет в танки. И может из вас, моих зрителей, есть тот, кто играет в танки. То специально для вас. Также действует и этот конкурс, и еще второй. Тоже будет все подробности в описаниях, но я еще его и проговорю. На 500 подписчиков я разыграю 5000 голды для своих подписчиков в танках. То есть вы можете выиграть, к примеру, и 500 рублей, и какой-то приз по голде. Что нужно для этого? То же самое, что и для подписчиков Last Day. Ну и не только для Last Day, для всех желающих. Так что смотрим описание, подписываемся обязательно на канал. С вами был Жека. Всем пока-пока и до скорой встречи.